Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной открылся для посещения. Однако режим серьезных ограничений на его территории сохраняется. При нахождении в парке обязательно ношение медицинской маски и перчаток. Можно гулять, строго соблюдая безопасную дистанцию, и индивидуально заниматься спортом. При этом под запретом остаются групповые занятия и игры на площадках, прогулки компаниями, пикники в зоне барбекю.